Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами свежим буксом, он только что стартовал, вот такое вот у него название, CNK Faucet, по сбору криптомонеты Litecoin, абсолютно, друзья, без вложений, я зашла в него вчера поздно вечером. И сразу же набрала я минималку и проверила его на вывод. Значит, по регистрации вводим email, логин, username, пароль два раза, разгадываем капчу, нажимаем зарегистрироваться. Переходим на почту, подтверждаем адрес электронной почты. Я же войду вход по электронному адресу и паролю. Букс легкий, все замечательно. Я его проверила вчера на вывод. Значит, платит. Это наш баланс вывода. Ну и здесь такая статистика, да? Что они здесь пишут? Вывод обрабатывается в ручном режиме и максимум может занять время до 72 часов. На Litecoin, на Faucet Pay. И минимум 50 токенов. Минималка на вывод. Видим, да? Также на домашней страничке чат можно как бы задавать вопросы. Давайте пройдемся, на чем мы здесь будем зарабатывать. Я оставила одну рекламку. Значит, просто кран. Кликаем. Он дает нам по 5 монет, по 5 токенов раз в 5 минут. Разгадываем капчу. Антибот. И нажимаем. 5 токенов засчиталось. Пошел отчет таймера. Второй кран. Здесь дает 0,25 токенов каждые 30 секунд. Также разгадываем капчу. Антибот. Кликаем. 0,25 токенов засчиталось. Также, ребятки, я вчера на чем заработала? Вот на кране и вот на... Подождите, Affirwall. Значит, вот ПТС. Давайте просмотрим. Вот здесь. Также я не все просмотрела, так как вообще время позднее было. И думаю, оставлю для видео, как бы, да. Видим здесь предостаточно. Кликаем. Нас перебрасывает на страничку. Ждем. Пока загрузится шкала. И разгадываем капчу. Видим, да, капча легкая. Все, нам зачет. Возвращаемся. Вкладочку можно закрыть. Следующее, что у нас здесь? Так, видео. Ну, короткие ссылки, ребятки, я не смотрю. Хотите, пожалуйста. Нету видео. Далее опять я нажимаю Affirwall. Вот это ПТС тут написано. Сюда я не заходила. Угу. А здесь, ребятки, задание. Это я не хочу выполнять. И здесь что у нас? И здесь тоже задание. Или нет? Сейчас посмотрим. Что нам здесь написали? Но здесь тоже задание. Не, я сюда тоже не буду. Ну, я, как всегда, на серфинг экран. Так, и ПТС. Здесь не особо много рекламки, как бы, но тем не менее, 2 токена кликаем.
Ждем таймер. Разгадываем капчу. Возвращаемся. Вкладочку можно закрыть. Окей. Все, зачет. И вот у меня уже 10 монеток. Короткие ссылки, как я сказала, я их не люблю. А автокран есть, он будет доступен, если мы просматриваем короткие ссылки. Майнинг тоже. Хотите, зарабатывайте. Вот, так как здесь, наверное, будет задействован майни, этот браузер, в общем, компьютер. Поняли, да? Переводим на русский. Минимальный вывод 100 токенов. Вот я браузерный, вот видите, не хочу такое. Что еще есть? Задание есть. Хотите, выполняйте задание. Значит, здесь задания более чем достаточно. Можно попробовать вот на видео. Значит, пригласите не менее 10 активных участников рефералов, да? Потом 100 рефералов, 500 рефералов, 1000. Ну и за это будут начислять как бы монеты. Вот. И по видео сделать одно видео об этом боксе, выполните все требования и публикуйте его на YouTube. Значит, продолжительность видео плюс 5 минут, качество плюс 480, просмотры видео. Минимум 175 просмотров. Описание. Укажите реферальную ссылку. Не обязательно вот эти хэштеги, но как бы и отправить как бы видео сюда, доказательство видео. Так, ставлю я опять на оригинал. Что еще здесь? Ну и все. Здесь-то у нас достижения всякие. Вот я сюда тоже не захожу. И что у нас? Реферальная ссылочка осталась. Вот здесь находится наша партнерская ссылочка. Свою я оставлю в закрепленном комментарии. Хотите работать — работайте. Не хотите, ребятки, не работайте. В профиле поменять пароль. История вывода. Вот я выводила вчера, 22 декабря. Сегодня у нас 23. Переходим на Faucet Pay. Название. Вот CNK Faucet. Да, вот видим вот это название. И вот CNK Faucet. У меня было сколько? 50 там с чем-то монет. И в сумме в лайткоинах это 3636 лайткоинов. Лайткоин Сатош. 22 декабря. Платит. Но не забываем, что максимум может время занять до 72 часов. Я считаю, букс неплохой. Стоит здесь поработать. Ну а на колокольчике у нас здесь как бы оповещение. Вот здесь о том, что я вывод сделала. Ну, вот это о том, что я вот просматривала как бы рекламку. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. Спасибо всем за пальчик вверх. До новых встреч.